Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в переговорах по урегулированию сирийского кризиса. Проходят они в швейцарском городе Лозанна. В них также участвует госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавед Зариф и спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура. С последним Сергей Лавров уже встретился. Главная тема – возобновление режима прекращения огня в Сирии. Кроме того, стороны обсудят ситуацию в Алеппо. Ранее Сергей Лавров заявил, что на этих переговорах Россия не будет выдвигать никаких новых инициатив. Все они уже сформулированы в резолюциях Совета безопасности ООН. И именно их и нужно воплощать в жизнь.